Всем привет! Очередной я Linuxoid посвящен сегодня проверке диска. Каждые сколько-то загрузок при запуске системы Linux начинает проверять дисковые разделы на ошибки. Для этого он запускает команду, программу FSCK, File System Check. Если дисковых разделов много, это задалбывает. Существует способ настроить количество загрузок, или вернее количество монтирований дисков, через которые Linux будет запускать эту автоматическую проверку. Рассмотрим на примере самого первого раздела диска SDA. Вот такая команда есть: tune2fs. После этого мы указываем ключик C и пишем, через сколько монтирований диска будет включаться автоматическая проверка. И далее пишется вот устройство наше. Вот в моем примере DFSDA1, это первый раздел Winchester SDA1. Вот в нашем примере 2, это то есть каждую вторую загрузку будет включаться автоматическая проверка. Можно включить другое значение. По-моему, там по умолчанию стоит 30 или что-то в этом роде. Далее, если вы хотите принудительно проверить раздел, а разделы можно проверять только отмонтированные. Но что делать, если вы хотите проверить рутовый раздел, а он-то все время монтированный? Как быть? Можно создать пустой файл. В корневом каталоге мы создаем пустой файл вот с таким именем forcefsck и перезагружаемся. И некоторые дистрибутивы, когда видят файл с таким названием в корневом каталоге, пустой файл, просто пустой файл, то они запускают принудительную проверку файловой системы. Но замечу, что вот у меня в дистрибутиве Magea этот фокус не проходит. Пожалуй, это все, что я хотел сегодня рассказать. На этом все. До новых встреч в Я Linuxoid. Я Linuxoid Петр Семилетов.